уязвимы для порока, большинство из них мало уязвимы для порока, и помимо этого они счастливы, постоянно пребывают в состоянии счастья. И были счастливы, когда были детьми, подростками, и стали счастливы продолжали оставаться счастливыми, когда стали взрослыми и пожилыми, и старыми людьми. Вот эти два компонента, они, собственно, и дают тех людей, которые фактически неминуемо создают счастливое будущее. И поэтому, если мы на этой планете тоже инициируем эти две инопланетные технологии, которые, ну, общие на самом деле, они не особо-то чужие и инопланетные, они общие для всех цивилизаций, потому что что на нашей цивилизации, что в их цивилизации, велика вероятность того, что светлое будущее создаст человек, который счастлив. Потому что тот, кто счастлив, он склонен создать светлое будущее, светлое настоящее. Это что у нас, что у них одинаково абсолютно. В этом смысле мы это выглядим совершенно без каких-либо отличий и полностью сходны. Вот. И вторая технология, вот эти просто тем или иным способом добиться того, чтобы большинство людей приняло истину и осознание, которое вот я описывал в этом и в других видео. И в результате первого они становятся счастливыми и находят свое место в жизни и реализуют свое предназначение. В результате второго они не могут, у них не может проявиться никакой порок, сколь-либо заметно. И они становятся малоуязвимыми для порока. А тот, кто малоуязвим для порока, тот мало уязвим для того, чтобы создать темное будущее. Поэтому они не создают темное будущее. Вот. А для того, чтобы цивилизации жить и развиваться, нам нужны генераторы светлого будущего, чтобы сгенерировать светлое будущее. Таким образом, используя эту технологию, мы сможем создать генераторы светлого будущего, примитивно говоря. Вот. И сделать счастливыми и своих детей, и себя. И тут мы приходим к основной идее, собственно, почему я все это говорю, все это делаю. Потому что я хочу более светлого и более прекрасного будущего для своих детей и себя. Ну, как и любые меняемые люди. Вот. Но решать, реализовывать эту технологию или нет, вам, людям.